Последние штрихи перед зеркалом и можно на сцену. Молодежный центр Покровки – площадка генерального прогона большого концерта. Выступление 14 сентября. Время отрепетировать еще есть. Хор «Русская песня» – самый знаменитый в Октябрьском районе. Местные режиссеры говорят, что если в афишах мелькает название коллектива, то сельский концерт обречен на успех. Музыкальному объединению более 50 лет. Лучшие голоса района поколениями продолжают традиции старейшего в крае коллектива. Мы стараемся подобрать песни о родине, о районе, потому что решается судьба как нашей родины, так и нашего района, в котором происходит у нас в этот день выборы главы нашего Октябрьского района. Для творческих людей Покровки и ближайших сел день выборов рабочий. В райцентре организуют сразу две концертные площадки. В программе более 50 номеров, танцы, песни и театральные постановки. И столичных звезд не надо, говорят местные работники культуры. Большинство коллективов поселка уже давно получили звание образцовых и являются лауреатами международных конкурсов. 14 сентября состоятся выборы, и это у нас будет первый концерт. После долгих и летних каникул мы надеемся, что придут очень много людей проголосовать, и мы хотим подарить хорошее настроение всем людям в этот день. 14 сентября, когда взрослые будут показывать гражданскую активность, творческие усилия проявят и самые маленькие. Некоторым участницам коллектива «Карамель» едва исполнилось 3 года, но они уже на большой сцене. Ведь в этот день взрослые за них будут выбирать будущее родного края. Евгения Колесникова, «Панорама».